В Твери открыли памятник Сергею Лемешеву на Театральной площади. События приурочили ко дню рождения великого тенора. Из-за ограничений по проведению массовых мероприятий торжественного открытия решили не проводить. Но тверичане, поклонники творчества артиста, все-таки принесли цветы к его бюсту. В этом году исполнилось 118 лет со дня рождения одного из самых известных тверичан. Именно в Твери Сергей Лемешев давал первые концерты и затем на всю страну прославил свой регион. До сих пор для многих он остается одним из любимых артистов. Он, когда был молодой, он ходил в лес и громко-громко пел, потому что он стеснялся, и в лесу его никто не слышал. И вот вся эта русская природа, лес, его музыкальные способности, вот как раз вот все впиталось, и мы все глубоко очень любим и уважаем его за его творчество. Каждый год в Тверской области проходят фестивали в памяти Сергея Лемешева. Этим летом крупные массовые мероприятия из-за пандемии запрещены, но ко дню рождения артиста приурочили открытие его бюста на Театральной площади. В центре города бюст расположен. Доступен большому количеству жителей города и гостей города. Можно посидеть, отдохнуть, подумать, послушать песни певца. Поэтому мы считаем, что просто образовано комфортное место для комфортного отдыха. Напомним, что раньше бюст располагался в нише на улице Трехсвятской и был почти незаметен. Осенью по инициативе активных горожан администрация Твери провела голосование, во время которого новым местом расположения бюста жители выбрали именно Театральную площадь.